Добрый день, меня зовут Дмитрий, и сегодня хочу вам рассказать, как работают терминалы производства Synatrack с нашим сервером. Тестировал я прибор Synatrack 901, но также будут работать и другие. Вот он забит, забил я его по его номеру. В качестве его номера используется, в качестве имейла используется его номер. Ну и вот назвал как его номер. Тут можно заполнить данные по машине. Также включая номер сим-карты, сколько пробег, моточасы можно считать, сделать датчик. Также Synatrack поддерживает зажигание, так что можно тут выбрать АСЦ и считать моточасы и пробег по GPS. Также моточасы, как они работают. На сервере можно выбрать, то есть разные иконки поменять, как оно движется, когда. Также можно сделать расчет топлива, чтобы по GPS считалось топливо. Также тут можно настроить точность работы дополнительно для данного прибора. Также настроить сенсоры, но так как Synatrack 901 довольно маловато там возможностей, поэтому сенсоров тут настроить довольно мало можно. Про обслуживание, дополнительная информация и... можно забить дополнительную информацию, получить по последнее, что было у нас с трекером. Также есть функция вот показать историю, построить функцию, именно историю пробега, как у меня есть, например, за сегодня, когда я его завел на сервер, и показать, какой путь, то есть я проделал. История хранится у нас на сервере один год. Ну и вот тут видно, то есть события, которые происходили, можно настроить какие-то интервалы. Есть общие данные по трекеру. Также есть график, который разный. Есть вот график скорости и график высоты. Высоту он не определяет, просто присылает 0. И есть график скорости, то есть какой скоростью, в какой момент времени, то есть мы ехали, где разгонялись. Можно проиграть, например, трек, чтобы посмотреть, как мы ехали, то есть вот трек он идет. Тут у меня был настроен довольно маленькое время передачи данных, поэтому точнее большое слишком, поэтому трек такой немного заломанный. Также тут можно посмотреть сообщения, какие приходят, присылает трекер. Вот тут, где АЦЦ, если подключить датчик зажигания, у меня не был подключен датчик зажигания, тут можно будет увидеть зажигание и считать непосредственно моточасы. Тут же просмотреть можно и все остальные параметры, которые будут приходить. Также у нас на сервере можно настроить события. События можно настроить все какие угодно. Есть информирование, работа с SMS-шлюзами, с интерфейсами, с уведомлениями. Это настройка вот учетной записи. Также можно создать под учетные записи для разделения именно терминалов и всем этим пользоваться. Также у нас для наших клиентов есть интеграция с Viber и Telegram. Мы можем подключить и важные события, такие как превышение скорости, пересечение геозоны, все такое. Вам, чтобы было сразу Viber. Тут есть еще, можно и создать геозоны. Создать. Также создать отчеты можно, вот выбрать, сгенерировать отчеты по объектам, по информации. То есть тут можно и контроль топлива сделать, и другие параметры, и по работе сделать. Есть настройки, то есть пользователя можно дополнительно завести. Обслуживание, чтобы следить за техникой, когда что нужно, чтобы уведомления приходили от... именно система. Также есть техническая поддержка. У нас работает сейчас круглосуточная техническая поддержка, и можно пользоваться, то есть нашими услугами. Мы предлагаем
круглосуточный мониторинг, диспетчерская служба у нас тоже круглосуточно, она работает. И можно будет пользоваться. Также у нас есть и услуги, кому не устраивает пользование таким сервером, мы можем предоставить пользование доступом к Виалону серверу. Очень удобно. Я знаю, что у Синтрека есть бесплатный сервер, но я знаю, насколько он неудобен, и очень многие клиенты переходят именно с бесплатного сервера обслуживаться к нам, потому что мы предлагаем более удобный сервер и сервис. И тем более у нас есть интеграция с Viber и Telegram, и что можно, то есть начальник, глава может получать сразу все события там о пересечении зоны, утратах, бензина, расходах. Все это может получать сразу Viber, и все эти сообщения будут там храниться. Вот такой небольшой обзор, как работает трекер Synatrack и все трекеры типа Synatrack с нашим сервером. То есть краткий обзор возможностей. Еще тут есть и другие возможности, как создание геозоны, создание событий. Но это я могу вам объяснить, если будет уже более конкретно интересно. И у вас есть какой-то автопарк техники, чтобы это было очень важно в применении. Благодарю вас за внимание. До свидания. Всем удачи.